Друзья, и снова с вами Лохматая Душа. Ребят, у нас продолжают болеть собаки. Мы продолжаем капать. У нас продолжается рутинная работа. Мы прививаем малышей сегодня, прививаем. Мы пытаемся хоть из остатков того, что у нас есть, стройматериалов, мы пытаемся строить. Но самая страшная проблема, ребята, у нас остается корм. Корма опять осталось только на 2 дня. Мы можем растянуть на 4, если будем давать половинную дозу или будем кормить через сутки. У вас у каждого есть свой питомец. Посмотрите на него и скажите, вы бы хотели, чтобы он кушал через день? Вы бы могли это выдержать? Так же не выдерживаем и мы. Я прошу вас, мои хорошие, сколько можете? По 100 рублей. Мы сейчас объявляем день стольника. Ребята, я прошу вас, включите автоплатеж. Ну, для многих из вас 100 рублей это не деньги. А для нас это корм, это килограмм корма. Ребята, я вас очень прошу, помогите нам. Это приют, это жизнь. И мы обращаемся к вам, как взрослым, самостоятельным, нормальным, добрым людям. Помогите нам, пожалуйста, поддержите нас. Вы сами понимаете, какие сейчас условия в России у собак, у приютов, у частных приютов, в частности, таких, как у нас. Мы делаем, что можем. Я прошу вас, войдите в наше положение немножко. Если у вас сохранилась капля доброты, ну хоть капля, отзовитесь. Отзовитесь, приезжайте к нам, вы можете посмотреть. В любое время у нас открыто. Вы можете к нам приехать и оценить весь масштаб. Прошу вас. Мы же делаем, ну правда, ну что можем делаем? Без вас мы не можем их накормить. Прошу вас, отзовитесь. Со всей любовью к вам, Лохматая Душа. Пожалуйста.